Друзья, всем привет-привет! Всем привет, друзья! Мы сегодня в Коско, наконец-то, за столько недель выбрались на закупку. На большую закупку. Ну, большая относительно. У нас холодильник вообще пустой. Ну, попустел. Да. Попустел холодильник. Значит, начинаем мы наш движение. Надеемся, что-то будет новенькое. Может, что-то возьмем, как всегда, на пробу. Так что оставайтесь с нами. Сейчас очень хорошая скидка на свечи. Скидка в минус $5. Сейчас можно купить вот эту упаковку за $18. В упаковке входят две свечи. Только что открыла, понюхала, как вкусно пахнет. Обалдеть. Вот этот запах я так и не поняла, что. А какой? А вот этот чистая корица. В общем, на любителя. Ну и такие баночки, в принципе, красивенькие, правда? Давненько нас здесь не было, появились новые десерты, такие маленькие кексики с манго. Ну, покажи. Прямо на дне, видишь, кусочки манго. Вот. А какой вес здесь? Я ж вот смотрю, 760 грамм. А цена $11. Ну, это, наверное, на любителей. Для любителей манго. Угу. Без желания попробовать. Я не фруктовый барон. Нет. Такой нет, не по фруктам и не любитель. Но ты если хочешь, если нет. Нет, я тоже. Ну, не хочу. Может, в следующий раз. Маленькие синнамоны тоже. О-о-о. Ну, так здесь 800 грамм. Ну, мини такие неплохие. 9,50. Угу. Уже липкое. С корицей. Без крема, кстати, видишь? Да, я вот хотел сказать, потом, ну ладно, промолчу. Я сам больше не люблю крем на вот этих да? вот синнамонах. Он такой, не знаю, ну... Не нравится тебе, в общем. Да. Дальше. А вот мой самый любимый десерт. Один из, конечно же, это печенька с орешками макадемия. Вот. И что здесь еще? И молочный шоколад бельгийский. Очень вкусный, классный. Но супер сладкие, поэтому я даже не хочу. Я их люблю, но их часто есть, я не хочу. Вот. А так вкусная печенька. $13. Что здесь? Кокосовые штучки, печенька, кокосовая печенька. 8,50. Но кокос люблю только я. Кокос любят все, но только не в этих печеньках. Не нравится тебе? Мне нравится. Ну и как-то так жуешь один кокос, действительно. Долго, нудно пережевывать одну штуку. Ну. Если баунти, это другое дело. А если это печенька, это совсем по-другому уже вкус. Хороший ассортимент кексов, как всегда, шоколадные, с голубикой, с кусочками шоколада, банан и шоколад. Чиабатта очень вкусная здесь. Прям очень вкусная и недорого. За такой большой пакет 5,50. На этот раз Антон хочет попробовать бегели. Вот. Сыр Филадельфия у нас есть. Значит, так. Это чистый. Чистый. Чистый бейген. Сколько там штук в этой упаковке? 6. 6 штук. Здесь идет с кунжутными семечками. Хорошо, что есть разнообразие. Я дальше. Думаю, я вот этот возьму один. Второй. В общем, две упаковки за ценой $7. Второй это сыр и галапеньо, или третий уже. Да. Сыр галапеньо.
чистый, обычный. С изюмом. С изюмом. Вау, ассортимент, конечно, супер. И... Здесь условия, да? Покупаешь за два, да? С разными семечками и с черникой. Вообще мак какой-то, кунжут я вижу. Да. И голубика. Значит, с черникой я не уверен, что можно его в тостер запихнуть, прожарить и потом с филадельфией, я не знаю. Но если у кого-то есть другие способы, можете нам подсказать. Я, скорее всего, возьму с семечками и с кунжутом. Да, хорошо. Две упаковки за $7. Попробуем, да? Ну, обычно в пост очень вкусная выпечка. Так, выбор мяса. Значит, курица. Я обожаю прям бедрышко. Цена $25 за 3400. Это вес. Так, хорошо. Потом здесь есть окорочка, да, ножки. Ножки подешевле, здесь вес немного поменьше. Хорошо. Это уже обчищенное мясо. Хорошо. Я возьму бедрышко. Да, Антон? Возьмем бедрышко. Бедрышко? Ну, конечно. Так, дальше. Так, значит, есть выбор. Вот эта большая упаковка. Здесь идет три курицы. Цена $32. Дальше. А, это утка. Я думала, это отдельная курица. Утку мы на праздники запекаем. Вкусно выходит. Цена $19. Так, а еще я бы хотела попробовать приготовить блюдо Cordon Bleu. Так как здесь нет маленьких упаковок, поэтому мы еще покупаем 2 килограмма 2200 куриного филе, куриной грудки. Вот, цена почти $30, вес 2200. Мы и так взяли вот бедрышко, да? Это уже, смотри, $50 вон тут. Но покупаем чисто с запасом, заморозим, да? Ну и еще на днях хочу приготовить вот это блюдо с куриного филе. Посмотрите, какое красивое растение, бамбук. Как красиво его обрезали, смотри. Но. Видишь? Да-да. Вау. Вообще, ой, я этикетку сняла. Ну все, теперь бесплатно. $22 или сколько? Да, $22. Смотри, он даже не особо прихотливый, то есть в полутени, в тени его можно держать, даже избегать прямых лучей солнца. В тени 16-20 градусов, то есть то, что у нас в квартире. Поливать постольку поскольку. А вот удобрения добавлять на регулярной основе. У нас есть, вазон стоит на кухне. А то разве бамбук? Да. Мне кажется, это другое, ну, что-то. Они просто обрезаны, видишь? Правильно. Но этот растет вверх, а то у нас закрученное такое дерево специально. Типа как вот то, да? Да. Кстати, еще одно добавление, не есть его. Понятно. Я сначала подумал, почему так написали, но в некоторых странах бамбук действительно едят. Ну, да. Поэтому да, это не для еды. Но блин, я взял по такому. Да у нас нет куда вставить, да, Антон, ладно. Вообще. Ни подоконника я у нас больше нет. Не предлагаю. Ни подоконника. То есть все, что нам остается, только смотреть в магазинах. Красивые растения. Вазоны $24. Такой у нас дома тоже растет, лопухи. О, такого я не видела, с красными листьями. Вот этот очень красивый.
красивые цвета в орхидеи. Класс. О, смотрит Антон. Денежное дерево, смотри. Мани три. Да. Хотя у нас в Украине денежным деревом называли другое растение. Да. Вот это в маленьком виде, а вот это уже в большом. Да. В маленьком виде $13. Вот это интересно, да? Бонзай. Я только хотел сказать, я бы, скорее всего, взял бы себе вот этот бонзайчик маленький. Да. То же самое, да, я бы тоже. Класс. Так их там много. Пойдем посмотрим. Так, а большой вазон $29. Блин, какой он красивый, да? Вау! Я восхищаюсь. Так и цена $50 на минуточку. Ну, они большие, уже такие хорошие деревья. Вау! Вот это красиво, правда? Да-да. Тоже вот, да, интересно. Ну, у нас такой дома. Листья кукурузы. Ну ты здрасте. А вон, смотри, видел, красные листья есть. Кресло-качалку хотела. Не хочу такое большое. Чего? Да? У тебя есть куда ставить такое кресло-качалку? Значит, комнату хотели детское кресло-качалку. Так не такое большое, хотела маленькое и удобное. Да. Тренируйся. О, не, и тот лежит так, не? Нет. Не знаю, да? Вроде бы нормально. Да нормально, просто большое, у нас нет столько места в квартире. 450. Раньше мы боялись покупать такой большой пак морковки. Ой, сколько здесь есть? 4500. Но в итоге мы съедаем, и она еще плюс и вкусная. Я сразу ее храню в холодильнике. Мне нравится, она долго хватает. Морковка $9 за пакет. Но у нас еще немного есть. Давай молодую. Антон хочет молодую картошечку. Будешь запекать? Ну да, кину сегодня что-то перекусить там. Хорошо. Вес какой? Вес у меня? Нет. 90. Вес упаковки? 2,27. 2,270. $7. Очень вкусный такой ассорти картошки. Так, хорошо, надо еще красное. Люблю вот этот сорт красной картошки. $7. За 4500. Ну, я думаю, она целенькая, все. Ну, что ты не сбегаешь? Сейчас очень хорошая скидка на наш любимый сорт помидоров. Сорт кумата. Очень вкусный. Значит, был 6, нет, был 7, покупаем за 6. Пахнет? Классно. Яблоки, сорт амброзия. $8. $8 за такой пакован. Таких хороших арбузов завезли. Костко, продукт с Мексики, вроде как такой глухой. Вроде, ну, звук. Такое как будто искушение, сейчас... искушение взять его, ну, блин, среди зимы, да. $13, как-то, мы, у нас был не особо хороший опыт в этом году летом с арбузами, какой не брали, постоянно попадали на зеленый или еще что-то. Поэтому очень сомнительно. Хорошо, хорошо. $13 арбуз. Мы сейчас на $13 других фруктов возьмем. И побольше, правильно? Давай типа веточку бананов. $1.46 за килограмм. А
В общем, ветка... $2.99. Да, веточка $2. Хорошо. Что, они как-то без пакетика или они были? Я не помню. Так, идем через холодильник. Давай. Идем в холодильную камеру. Так, грибы брать не буду. Мы, в принципе, наелись грибов, да? Французская фасоль, клубника. Ой, ну она такая зеленая. Виноград. Череп. Такой, да, интересно. Или что это? Виноград. Виноград. Хочешь, не? Не, я не знаю. Хочешь, бери, я не хочу винограда. Это зеленое или ты? Просто белое? Не, я думаю, это сорт. Пайнберри, это даже не купить, а пайнберри, $6. А давай попробуем? Давай. Вон. Вот это красиво, необычно, ну. Эстетично, ну это как клубника. Первый раз видим, да, такой продукт? А пайнберри это не земляника случайно? Типа а-ля? Возможно, да. $6 вообще супер. Ну супер для такого, да. Веса, тут их всего 10 штук. Отлично. Любим дыню. Здесь в Коско даже есть хороший ассортимент дынь. И еще один эстетически красивый фрукт. Блин, какая же она красивая. Я прям восхищаюсь этим продуктом. Берем и медовую дыню. Цена $6. Очень вкусная, сладкая и даже пахнет. Очень здесь все, конечно, выглядит аппетитно. Особенно вот эта штука. Тоже, кстати, брали, пробовали. Думали, что это булочка. И внутри начинка. Такой сэндвич большой, ага. В итоге одна начинка. Вот. Это что, запеканка? Да, запеканка с артишоками и шпинатом. Не пробовали, надо как-то попробовать. Вот эту штуку брали, очень вкусная. Ну, как по мне. Антону все равно, но овощи мне нет. Шпинат и сыр. Боже, это очень вкусно. Божественный вкус. Песто любим, но у нас есть дома. Ух ты! Новые десерты. Ты видел вот этот макарон с 25 штук? Да. В виде сердечка. Ничего себе! Последний раз был продукт с Франции. Ага. А вот это не видно? А ну, посмотри. Боже! Это все подготовка ко дню влюбленных. Да-да. Новогодняя тематика прошла. Это тебе на заметку. Бельгийский, это бельгийский. Вау! И ага. Вот новое. Сейчас, подожди. А, цена? $17. $375, 25 штук. А это что? А, бельгийский шоколад тоже. Сколько это? Чашечка. Вот 6 штук. Ну, это именно чашечки для десертов, да. Ты понял? Угу, да. Как мы его раньше брали. Кстати, нету ни тирамису, больше ничего. Да. Но как и шла распродажа месяц или два, убрали с полок. Все распродали. Да. Распродали. Мне кажется, это больше как брауни что-нибудь. Мусс такой. Какой-то. Мусс, да. Да. Но самое классное вот эти для десертов штучки. Да. За $13. А их еще и разогревать надо в этом микроволновке, получается, тает. Классно. Так, еще закончилась туалетная бумага. Сейчас на нее скидка минус $5. Покупаем за 18. О, отличненько. Давай дальше. Уже не терпится попробовать вот эту ягодку, фрукт, я даже не знаю, что это.
скорее всего, ягода, да. Вот. Надеемся, будет вкусной. Дынька. У нас хорошо так с фруктами сейчас. Корзинка наполняется. Значит, с мяса я полностью довольна. Много курицы купили на этот раз. Сливки, стоят сливки все 1-2 дня осталось до срока. Годности. Ну, то есть пришлось под ящиками там рыться, чтобы найти более-менее. Ну да. Так бы скидку вставляли, что ли, да? Цена 4 щепки. 4,20, да. В общем, мы-то знали, что есть миндальное молочко, но мы не знали, что молоко бывает... Макадемия. Да, с макадемией. Так и пишется милк. Милкадемия. Посмотреть состав, что у нее входит. Да, макадемия бейс, ну тут не прям, я думаю, что выжимает с орехов, а смешанным. Ну да. Что классно, что, смотри, даже в миндальном нет zero sugar, нету сахара в молоке. Вот здесь? Ну, здесь и в миндальном. Классно, да. Здесь много витамина B12, он богат на это. Из-за этого, потому что здесь, и здесь тоже 50%. Ну вот, сравни, вот упаковка, посравнивай. Кстати, Валмант, он все-таки более полезный, оказывается. Да? Из-за того, что здесь немного больше полезных веществ. Витамина D, B12, здесь 50%, а здесь 42% дневной нормы. Цинка здесь больше, витамина D больше. По составу, железо. Я железа знаю, нет. Кофе на миндальном молочке делают. Кальция здесь больше. Так, ну хорошо, берем, не берем, все, идем. $14. Нет. Ну мы же молоко дорого, не сильно. Дорого. Да, мы молоко не сильно-то и пьем, Антон. Точно. Так клюнули на слово макадемия. Да. Берем апельсиновый сок. 8,50 за две бутылочки. В каждой бутылке почти 2 литра, да? Да-да. Отлично. Нам как раз хватит на неделю. Дай тут постучи куда. Сюда. Сливочное масло берем. Вроде неплохое, оно идет уже не соленое. 4,50. Оказывается, что у нас у Ляни, что у Ляни нравится киви, представляете? Вот, то, что мы покупали в Walmart'е еще, она все их съела. Ну, и Антон одну-две штуки попробовал. Я вообще, мне не досталось ничего. Вот, берем упаковку киви, 900 грамм, цена $8. Хорошо, она прям со шкуркой ест. Ага. И она же сказала, что со шкуркой кушать киви – это полезно. Полезно, но мне кажется, просто лень чистить. Тоже такой есть вариант, надо его не упускать. Да. Так, а еще мы хотим взять ветчину. Вот здесь трех разных видов. И индюшка, и курица, и говядина. Каждая упаковочка по 300 грамм от фирмы Kirkland. Сейчас просто скидка минус 4. Покупаем за 12. Вот где тут Антон. Вот смотри, скидка $12. Турки, хэм и чикен. Да? А там еще два посмотрим. А, здесь бекон. No. Надо будет нам купить. Так мы берем, сколько он стоит? А там еще будет ветчина, я хочу сравнить цену. Пока положи сюда состав. Иди, возьми мне бекон, пожалуйста. Так, значит, есть еще такой выбор. $14. Может, здесь вес побольше, Антон? Нет, тот же сам. Здесь 3 по 250. Да. Здесь 3 по 300. 300, да, выгоднее и цена еще плюс хорошая. Здесь чисто индюшка идет, индюшачье мясо. А здесь ветчина. Говядина.
ветчина. О, здесь два по 2600. Не-не-не, вот две по 500. Две по 500? Да. Нет, я думаю, это вообще выбор. Замечательный выбор, да. Вот смотри, это oven roasted, типа, в печке. Этот копченый. Да. И этот oven. Угу. Пожалуй, вкусно будет. Да, попробуем. Такой продукт мы не пробовали. У нас как раз сыр есть на сэндвиче. Да. О. Вот такой вот. Берем для нашей Ульяны, для нашей Ульяночки упаковку печенья. Печенька Орео классический. Значит, мы раньше думали, что здесь в этом большом, в большой упаковке идут маленькие упаковочки, как вот здесь, например, специально, которые идут деткам в школу. Но нет, в этой упаковке 4 обычные упаковки Орео. В общем, берем, на нее скидка 11,50. Хорошо. Дальше. Так, а еще берем первый раз продукт. Мы даже не знаем, что это такое и какой он на вкус. Ну да, типа соус там для чипсов, овощей там и все такое. Ну покажи. Махать туда. 6 лейеров идет, 6 уровней. Слоев. Черная фасоль, гуакамоле, сальса, кремовая сальса, сметана. Сыр и какой-то коттедж чиз. Ух ты! То есть все это замешано вместе. Выглядит аппетитно. Выглядит, да. Это мы хотим взять чистые кукурузные чипсы тортилас. Да. И... Ну и просто провести вечер. Да. В эту мазу. Ну, давай, $13. Мы хотели когда-то попробовать. Да. Дай попробуем. Да. Интересно, интересно. Все, поехали за чипсами тогда. Значит, тортилас, кукурузные чипсики, да, большая упаковка, цена $6. Потом есть тортилас мультигрейн, совсем другой вид, кстати. Но, просто на картинке они такие аппетитнее, да, выглядят. А вот это с халапеньо, но я хочу чистые, без вкусовых. Ну давай вот эти туда. Мы их уже брали. Мы брали? $6, да. Было вкусно. Обычно тортилас. Ну, все это, без разных добавок, да? Да. Тут даже рецепты сальсы и все такое. Угу. А кто у нас? Made in Canada. С импортированных ингредиентов. Угу. Ну, это Kirkland. Да. Ну, все хорошо. Даже какие-то элементы есть. Ага, вот. Sunflower, sea salt. Ну, короче, понятно. Все органическое. Очень хорошая скидка на оливковое масло. На наше любимое. Любимое тунисское, да? Скидка минус $3. Хотя у нас есть, но мы берем на запас. Потому что цена это... Очень хорошая. Ну что, подведем итоги нашей закупки. Печенька Орео в школу для Ульяны. Сок апельсиновый. Надо будет уже не забыть не поставить в холодильник, да? Вот, мазанка для наших чипсов. Очень дорогая, надеемся, она нас оправдает. Будет вкусной. Киви. Я много витаминов. Вот я тоже хочу попробовать вот этот продукт. Блин, какой он красивый, аппетитный. У меня просто нет слов. Оливковое масло надо всегда. Сливки для кофе. Сливочное масло. Кума – это самый вкусный сорт помидоров, на наше мнение. Чипсы. Кукурузные, без ничего. Бекон. Куриное филе. Бегели, да? Двух разных видов. Бедрышко будем запекать, наверное. Она вообще не придумала. Ветчина. Тоже Kirkland. Должно быть вкусно. Трех разных видов.
медовая дымка, сорт яблок амброзия, молоденькая картошка, будем запекать, бананы, красную картошку, ну и туалетная бумага. Друзья, сегодня без хот-догов. Точно. Но нас дома ждет вкусное чили. Значит, счет наш сегодня составил 200 с чем-то долларов, 202, я думаю, или что-то такое. Я уже и забыл, пока вышел. $216. Значит, нам пришел чек на небольшую сумму от Costco за membership. Там $54. Но мы были, они поставили нас со середины ноября, что-то такое. Но мне казалось, что мы были дольше. Ну, не знаю. Короче, за полтора месяца мы насобирали $54. Членство нам годовое не оплатит это, но будем смотреть в следующем году, как это будет. И доплатили мы просто $162 сверху. Плюс 14.50 у нас получилось по скидкам. Угу. Что, в принципе, тоже неплохо. Так что, друзья, на этой такой ноте будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Всем пока. Всем пока-пока.